Эй, Жозе, чем это ты занимаешься? Я нашел книгу по увеличению размера еды. Круто, да? Это здорово. Мне интересно. Покажешь? Разумеется. Мне нужно капнуть это на яблоко. И... Круто! Получилось! Теперь у меня есть яблоко-арбуз. Невероятно! По-твоему, вкус такой же? Есть один способ узнать. Очень вкусно. После целого яблока мне хочется пить. Пожалуй, выпью воды. Постой, Жозе, это не вода, это... Что это? Жозе, ты стал великаном. Здорово! Я об этом мечтал. Теперь я буду есть фрукты для взрослых. А где же мой арбуз? Вот же он. О нет, теперь мой арбуз размером с оливку. Я не смогу даже попробовать. Не хочу быть великаном. Где-то здесь должен быть рецепт по уменьшению предметов. Вот он. Поторопись. Став великаном, я жутко проголодался. Минуту. Готово, Жозе. Вот так. Это работает. Я становлюсь нормальным. О-о. Прости, Жозе. Но плюс в том, что еда выглядит огромной. Но минус в том, что теперь мои зубы маловаты. Ой, вряд ли есть рецепт возвращения в нормальный размер. О нет, я не хочу иметь крохотный рот, как у муравья. Подожди. Если от синего становишься великаном, а от красного малышом, то почему бы не смешать их? А если не выйдет? Что, если я исчезну? Есть лишь один способ узнать. Ой-ой-ой, только не говори мне, что я исчез. Может, хочешь яблоко? Ура! Сработало! Получилось, Жозе. Я обещаю, что не буду тебя менять. Я люблю вас такими, какие вы есть. Сегодня у меня день рождения. Я ждал его целый год. Поздравляю, Жозе. Давай подготовимся. С чего начнем? Конечно же, с самого главного, с торта. Готово. Теперь надо подождать несколько минут. Главное не забыть. Как ты мог подумать, что я забуду про торт? Не волнуйся. А пока он печется, приготовим крем. Я хочу клубничный. Пойду соберу свежие ягоды с грядки.
А где клубника, которую я посадил? Оби? Обезьянка? Это вы собрали всю клубнику с моей грядки? Тогда что вы прячете за спиной? Сегодня мой день рождения. Мне не верится, что вы могли так поступить. Клубники больше не осталось. Ничего, Жозе. Мы можем использовать другие фрукты. Хорошая идея. Я люблю фрукты. Нальем молоко. Перемешаем. И взобьем. О, Жозе! Вот теперь все чисто. Чем это пахнет? Мы забыли достать торт из духовки. Мой торт! Нет! Он сгорел! Ничего, Жозе. Сегодня особенный день, поэтому не расстраивайся из-за торта. Так что давай ты все равно задуешь свечку и загадаешь желание. Что ты загадал, Жозе? Обе обезьянка? Что? Поверить не могу. Они устроили для тебя вечеринку-сюрприз. Так вы поэтому собрали с грядки всю клубнику? О, спасибо. Это мой лучший день рождения! Поздравляем, Жозе! Как же жарко! Хочется мороженого, но в такую погоду нужна целая башня из мороженого. Отличная мысль, Жозе. Я принесу блендер, и мы все приготовим. Не нужно. Смотри, что у меня есть. Мороженица! Мороженое замерзает за 2 секунды, и ждать не надо. За 2 секунды? Так быстро? По-моему, это невозможно. Невозможно отказаться от мороженого. Просто кладем фрукты. И... мороженое готово. Та-дам! О, нет. Больше похоже на сок. Кажется, мороженица не работает. Работает. Надо просто кое-что добавить. Немного кубиков льда. Теперь у нас точно получится ледяное мороженое. О, Жозе, оно слишком ледяное. Это тебе. Может, приготовим мороженое сами?
Так будет гораздо веселее. Зачем? Нужно просто добавить льда. Я положу побольше, и оно точно замерзнет. Кажется, получилось. Ура! Башня из мороженого! О, Жозе, больше похоже на фруктовый лед. Ну и что? Его же можно есть. Ты прилип, Жозе. Ай-яй-яй, отцепи! Стой! Замерзает за 2 секунды. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Ладно, Жозе, обойдемся без мороженого. Нет-нет-нет. Я обойдусь без мороженицы, но не без мороженого. И что ты собрался делать? Я знаю, кто приготовит мороженое гораздо лучше мороженицы. И кто же? Я! Отлично, Жозе. Тогда идем за фруктами. А теперь ждем. Вот это я понимаю, башня. Теперь осталось самое главное. И что же? Все съесть. Вкусно. Не зря я ждал. Самое время перекусить кексики. Обожаю кексики. Вот, держи кулинарную книгу. Разве, чтобы испечь кексики, мне нужен рецепт? Я справлюсь без рецепта. Я и так все умею. Ты уверен? Тогда давай печь кексики. Приступим. Thank you.
Осталось самое интересное – украсить кексики. Ух ты, какая красота! Еще бы! Теперь давай попробуем. Ам? Как вкусно! У них лишь один недостаток, они маленькие. М? Я знаю, что делать. Волшебный эликсир сделает кексики больше. Но, Жозе, в кулинарной книге ни слова не сказано о волшебстве. Просто автор книги ничего не знает про пекаря Жозе. Доверься мне. Одна капелька тебе, одна тебе и одна тебе. Смотри, получается! Ой, кажется, эликсир сработал неправильно. Вернитесь! Оп. Ой-ой-ой-ой-ой! Жозе, осторожнее! Ай-яй-яй! А кексики умнее, чем я думал. Ну, я ведь тоже умный, так что я их поймаю. Держи сачок, Жозе, он тебе пригодится. Так кексики точно не сбегут. Вон там, Жозе, справа, слева, слева, справа. Смотри, я поймал одного. Волшебный эликсир! У меня отличная идея. Ну что ж, в следующий раз я испеку кексики по рецепту. Честное слово, а сейчас я буду слушать свой животик. Ам? Спасибо, Жозе. Ам? Нет, Оби, моя морковка вырастет гораздо больше, вот увидишь. Конечно, вырастет. Я уверен, моя морковка будет гораздо больше, чем твоя. Эй, эй, ну перестаньте. Ты уверен? Тот, чья морковка будет больше, получит их обе. Я точно выиграю. Оби! Молодцы! Теперь их нужно полить. Ой! А теперь, чтобы морковка выросла большой, добавим удобрения. Но их нужно совсем немного, поняли? Морковка, расти поскорее! Мы вернемся завтра и посмотрим, как они растут. Пойдемте, ребята, уже вечер.
Что это за шум? Ой, как странно. Я точно что-то слышал. Наверное, мне приснилось. Пора проверить морковку. О, морковочка! Сейчас-то она уже точно выросла. Жозе, похоже, Обби выиграл. Что? Как он мог победить? Я ведь так заботился о морковке. Но ведь он тоже заботился о своей морковке. Пора собирать урожай. Смотри! У морковки Обби только листья выросли большими, а сама морковка маленькая. Ты прав, Жозе. Не все то, чем кажется на первый взгляд. А это что? Это удобрение. Обби, ты меня обманул? Это очень плохо. Я заберу у тебя морковку. Жозе, смотри. Он жалеет, что обманул тебя. Ничего, Обби. Мы все совершаем ошибки. Давай разделим эту морковку. Просто пообещай мне, что больше не будешь обманывать. Ам?